Ледоход на Оби может начаться уже 7 апреля. Об этом сообщили специалисты краевого метеоцентра. Вода заметно прибывает. За сутки ее уровень в районе Барнаула поднялся более чем на 20 сантиметров. У берегов появились так называемые закраины, говорящие о подвижках льда. Как сообщает региональное МЧС, активное таяние и приток воды наблюдается по всему бассейну Верхней Оби. Еще активнее вода прибывает в реках Алей и Чирыш. Там подъем достигает 60-80 сантиметров в сутки. Тревожные сигналы уже начинают поступать из разных районов края. Накануне потоком талых вод размыло участок дороги близ поселка Октябрьский Алейского района. Сегодня жители села Усть-Белое Краснощековского района сообщили о том, что поднятый течением лед перекрыл дорогу и угрожает подвесному мосту. Ситуация находится на контроле местной администрации и регионального МЧС. В ближайшие дни с ростом дневных температур процесс может усилиться. Усугубить ситуацию могут дожди, которые пройдут по всему краю. Спасатели предупреждают, что ледяные заторы не исключены на реке Чумыш у Заринска, на Алее у Рубцовска и ряде других мест.